Музейный комплекс Магадана приглашает всех желающих посетить выставку «Белоплечий орлан. Гордость Магадана» в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве юных магаданцев. Экспозиция проходит в рамках выставочного проекта «Город у моря Охотского». В заповеднике Магаданский обитает самый крупный орел мира, занесенный в международную и красные книги. Один из способов привлечения внимания к необходимости сохранения хрупкой северной природы, проблемам краснокнижных птиц и экологического просвещения жителей Магаданской области – проведение городской выставки «Белоплечий орлан. Гордость Магадана». Для взрослых продемонстрируют научно-популярный фильм, дети могут раскрасить картинки, а все желающие совершить путешествие по карте заповедников России. Время работы по субботам и воскресеньям с 12 до 18 часов. Выставочный павильон парка «Маяк». Вход на выставку свободный.